Белый шелковый платочек, яркий сарафан, цветочек. Упирается рука в деревянные бока, а внутри секрет есть. Может три, а может шесть. Разумянилась немножко. Кто это? Матрешка. Немножко о матрешке. Поучительная история. Это моя кукла Неваляшка. А у меня есть матрешка. Давай играть. Давай играть и сказку сочинять. Давай. Жили-были матрешки. В ярких платочках и с розовыми щечками. Очень они любили веселиться. Да, танцевать, вот так. А вечером матрешки ловко прятались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их уже нет, а стоит одна только, самая большая матрешка. И вот однажды в гости к матрешкам пришла кукла Неваляшка. Ой-ой-ой, здравствуйте, подружки. Здравствуй, здравствуй, здравствуй! Собрались веселые куклы пить чай. Достали чашки и блюдца. И поставили самовар. Самовар кипел, бурлил, бурчал и подпевал. Долго чай пили. Не успели подружки оглянуться, как наступил вечер. Надо было помыть посуду. И вот тут-то Неваляшка заметила, что подружки ее куда-то таинственным образом исчезли. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Давай вместе посуду мыть. И пришлось Неваляшке с самой большой матрешкой мыть посуду вдвоем. Видишь, какие твои матрешки? Давай всегда маме помогать мыть посуду и не прятаться. Давай.